чуть больше месяца остается до начала пляжного сезона в Мариуполе. За это время водолазам спасательной службы предстоит очистить почти 8 километров дна вдоль пляжей. С сегодняшнего дня и до окончания сезона они будут доставать с морского дна то, что выбрасывают нерадивые отдыхающие. Чаще всего на пляжах, например, в районе волнорезов, это прежде всего битые бутылки, банки, что угодно. То, что у нас нерадивые граждане, когда отдыхают, бросают не в урны, а в море. Вот. Что касается штормовым морем заносит, это, конечно, сети, это паёлы, это трапы, это трубы, да что угодно. И ножи, и топоры находили. Здесь, скажем так, клады не находили. Золота нет. Золота нет, да. Кроме морского дна, к будущему купальному сезону спасатели готовят и свои посты. В этом году следить за тем, чтобы отдыхающие не утонули, будут две спасательные станции и одна мобильная группа. Также спасательные посты развернут на пляжах поселков Песчанка, Сартана и Толоковка.